Друзья, привет! С вами снова канал «Отдых на рыбалке», Вадим. Ну, наконец-то мы дождались открытия летнего, можно сказать, сезона. На самом деле сейчас конец апреля, и мы первый раз в этом году приехали на летнюю рыбалку на вот такое красивое озеро. Шикарное озеро, очень рыбное. Ну как, клюет здесь обычно, как из пулемета. Что клюет, мы сейчас посмотрим. Конец апреля, какая-то рыба на нересте, какая-то уже отнерестилась. Здесь, в принципе, есть все. Давайте посмотрим, что получится. Ловить мы будем пробовать на фидер. Вот такой фидерочек. Свиеда Basic 3.30. Поплавочные удочки у нас есть. Вот, находимся мы на таком мосточке прикольном. Все с сидушечками. Вот. Можно подтинку подбрасывать на удочку. А на фидер, я думаю, вот за тростничок, наверное, я закину. Метров сколько тут? 30. Ну что, погнали. Замешиваем прикормочку и в бой. Прикормочка у нас будет состоять вот с такого хитрого компонента. Я сразу не скажу, что это такое. Я взял это в Волгоградской области, мне дали. Вот там отлично на нее ловится и лещ ловился, и сазана поймали. Можете посмотреть видео на канале вот с использованием этого компонента. Сейчас я пробую в наших краях. Напомню, Тверская область мы находимся. И вот такая вот пачечка прикормочки для цвета и запаха. Она черного цвета, очень мелкого помола. А это будет выступать как крупная фракция. Видно, надеюсь, да? Вот так вот это выглядит. Она и пылит, и крупные частицы есть. Вот буду экспериментировать. У меня целый мешок, я не знаю, там килограмм 10 этой штуки. Вот. Будем испытывать и потом расскажу, если, соответственно, мне все это понравится, что это такое и с чем ее, так сказать, едят. И кто ест. Вот это, кстати, прикормочка. Капризный клев. В прошлом году пару раз очень даже выручила. Вот она вот так вот выглядит. Очень-очень мелкая, очень мелкий помол. И прям вот реально она пару раз прям очень выручила. И добавим вот такой концентрат, крупный лещ. Парочку колпачков буквально. Так вот. Все это дело замешаем и будем надеяться, что позволит нам хороший запах привлечь рыбку, так как здесь течения нет, соответственно, от этого озера. Я думаю, что на озере имеет смысл. Ну, не знаю, попробуем, а там уж как получится. Сегодня у нас вечернее время, сегодня ловим до вечера, а завтра уже целый день, так что посмотрим, что получится. Ну вот, я сделал первое увлажнение, вот что получилось. Очень симпатично смотрится. Как раз мелкий помол прикормки и вот такие крупные крапление того, что я туда досыпал. Что, теперь собираем фидер, доувлажняем, насаживаем и вперед. Да, со мной тут уже дети пришли. Димон, ну, Брека вы все знаете. Вот он уже удочки распутывает. Так что погнали. А вот вам браконьер. Этот жулик уже вторую рыбку ловит и отпускает. А я еще даже, вон, даже еще фидер не разобрал. Жулики. Вот, Димка что-то то... О, ничего себе. У Димана сейчас прям на ваших глазах сошел хороший такой подлещик. Ну, я не знаю, но грамм, наверное, 300-400, наверное, точно. Вот прям здесь. Нормально. Нормально, что, рыбка есть. Диман там еще окуня вытащил. Так, ну а у меня здесь катушечка 4000-ная для легенькой удочки 3.30. Катушечка флагман тоже. Прикольная катушка, уже работает второй сезон. Нареканий нет, прямо скажем. Вот эти жулики, смотрите, это кто? Латвичка? Нет. Не, подлещичек или густерочка маленькая. То есть уже поймали плотвичку,
леща подержали, окуня. Прикольно. А я все, вот, как видите. А у нас катушка трехтысячная. Все фидер пытаюсь сложить. Опа, а это кто? Плотва. Хорошая, съедобная плотва. Что, будем брать или что? Или пока не будем? Ну да, девчонки, мамы придут, скажут нам. Пока отпускаем. Ну вот это уже съедобное. Шершавая? Оно, значит, после нереста только. Короче, плотва только отнерестилась. А нам сказали, что вот здесь вот ручеек впадает маленький. И там сейчас уклейка нерестится. На уклейку мы не попали. Мы ехали, думали, уклейку половим. Но попали под нерест. А вот и Димка там. Тоже хорошая плотвичка. О, да, хорошая плотва. Диман, ты в руку ее лови. Так, ну что, я привязал такую кормушечку вместо закормочной. Сейчас вот таких кормушечек штучек 10 закину. Глубина небольшая, грузик падает на 2, ну метра 2, наверное. Штучек 10 таких кормушечек кину, а потом посадим маленькую и будем уже аккуратненько докармливать. Если на удочку лечь подходит, а почему бы и нет? Но в итоге я решил привязать вот такую кормушечку, она полегче. Вот. И я так сейчас подержал, пока вязал, у меня прям залипла вот та кормушка, прям вылу, прям ее выдергивал. А эта вот она легенькая, 50 грамм, но она из-за крылышек, я думаю, что не будет так сильно проваливаться. Вот. Привязал поводочек где-то 50 сантиметров, леска 0,14, крючочек 8. Ну, 8 я не знаю, как вам сказать, он на самом деле маленький, не знаю, видно его, нет. Ну, прям реально маленький. Но если по-нашему, ну, наверное, четверка по-российскому. Добавил я маленько опарышей прикормку. Ой, мы на опарышей. Ну что, погнали. Первый заброс, так сказать. Посмотрим, что будет. И вот сразу первое на первом забросе. Было касание дважды. Это уже радует. Я только камеру выключил. И тык-тык. Оп! Ох! Что, мимо? Ну, вот первая поклевочка случилась. Такая. Что? Можно секнуть. Кто-то есть. О, плотвичка. Хорошенькая. Ну, в принципе, сковородочная. Но мы сегодня... Сегодня у нас по плану шашлык. Поэтому таких маленьких мы будем... Ой, шершавая какая. Вообще прям шершавая. Так что сегодня будем брать только лещей. Плотвичка пусть бежит. Ну, уже радует. Плотвичка подошла. Ждем, ждем лещей. Опять там кто-то наклевывается у нас. Ну, как-то неактивно. Странно даже для плотвы. Тюкнет, отойдет, тюкнет, отойдет. Вон, ко мне тут опять жулики пришли. Сейчас они тут наладят. Понятно, плотва-то в пол воды, конечно, на удочку-то намного лучше. Ладно, о, ладно, мы будем лещей ждать. Опа, кто-то там у нас активный такой. Ничего себе. Вот это плотва, Слав. Оп. Вот это да. Ну, не весьегонская, конечно, не батон. Но классная плотвичка со дна-то. Эх, что, отпускаем, да? Сегодня жарить не будем, чтобы она не... Это классно вообще. Кто там у нас? Плотвичка. Плотвичка.
Опа. Хорошенькая плотвичка. Весело. Опа. Опа. Еще батончик. Плотвичка. Да. О, Диман тут кого-то зацепил. Вечер очень классный. Красота. Ну что, друзья, вот такое у нас получилось начало рыболовного сезона летнего. Шикарно. Плотвичка поклевывает. В итоге поймал пару подлещичков, не заснял, не успел. Такой один грамм 150-200. А сейчас под конец что-то перестало клевать. Странно. Плотва клевала на каждом забросе, а сейчас перестало. Видать, подлещик подошел, но что-то ему не нравится. Я, к сожалению, червячка забыл с собой взять. Ну, сейчас уже вечереет, не побежал. Так что завтра продолжим. Но это уже в следующем видео будет. Так что всем удачи, всего самого наилучшего. Выбирайтесь на природу. Всем пока.